Предоставление государственных услуг в электронном виде как наиболее эффективный способ их получения, какие услуги предоставляются РЭО ГИБДД управления МВД по городу Самаре, а также в чем особенности приема граждан в условиях профилактики коронавирусной инфекции. Смотрите программу «Город С» 18.15. Гость в студии – заместитель начальника РЭО ГИБДД УМВД России по городу Самаре, майор полиции Алексей Соколенко.